Сегодня, 18 мая 2023 года, мы проводим четвертый розыгрыш рекламной игры «Кофе Карт Нуар» на iPhone. Мы определим двух победителей приза 1. Это мобильный телефон Apple iPhone 14 на 128 гигабайт в цвете Midnight. Итак, первая цифра у нас 1. Цифра второго разряда у нас 7. Цифра третьего разряда 5. Цифра четвертого разряда 3. И заключительная цифра пятого разряда 4. И сейчас мы узнаем счастливого обладателя мобильного телефона Apple iPhone 14 на 128 гигабайт. Купчик Константин Николаевич. Вторым победителем приза 1 становится участник с номером через 1000 номеров от первого выигрышного номера. Семенков Павел Сергеевич. Поздравляем победителей!